Среди почетных гостей – представители Министерства обороны России и высших учебных заведений Южного военного округа. Именно на их базах расположены учебные центры, где готовят курсантов. Впоследствии они, получив знания, отправляются служить по контракту. Но если для старшеклассников военная служба пока кажется чем-то малознакомым, то для юнармейцев, которые также стали участниками акции, надеть военную форму – осознанный выбор. Число активистов этого всероссийского движения, которое появилось в стране лишь 3 года назад, неуклонно растет. Не так давно мы начали заниматься этой темой. На сегодняшний день у нас уже большое количество юнармейцев, в том числе и 11 числа в Олимпийском парке будет проходить присяга, где будут приняты еще 200 юнармейцев. Итого у нас в Сочи будет порядка 500 юнармейцев. Старшеклассникам рассказали о военных профессиях, о преимуществах военного обучения и прохождения военной службы по контракту. Для ребят, это особенно те, которые уже собираются выпускаться из школы, это очень важно, интересно для определения дальнейшей своей судьбы. Тем более, что мы видим, что в последнее время престиж армии очень высоко поднимается. И для ребят это очень важно. Военно-патриотическое воспитание. 1000 старшеклассников уже смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Среди заинтересованных армейской службой немало и девушек. Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проводится уже 3-й год подряд во всех городах страны. Она продлится до 25 декабря. Принять участие в ней смогут все желающие. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.